Привет, друзья! Начала поступать информация, что ВВС России стали использовать тяжелый ударный ППЛА С-70 «Охотник». Первым об этом сообщили турецкие СМИ. По их утверждению, на фото, сделанном на Украине, виден новый российский ППЛА. Впервые ППЛА С-70 был показан 5 августа 2021 года, после чего новостей о нем было мало. Ударные малозаметные ППЛА С-70 «Охотник» созданы для работы в связке с истребителями Су-57. ППЛА разрабатывался как ППЛА поддержки разведки и целеуказания для истребителя Су-57. По аналогу с ППЛА Пентагона Кратос XQ-58 «Валькирия», предназначенного для сопровождения боевых самолетов F-22 или F-35. ППЛА С-70 «Охотник» может нести 4 авиационные бомбы КАП-500 или 8 штук КАП-250, а также ракеты воздух-воздух Х-74М2 и ракеты класса воздух-поверхность малой дальности Х-38. Для борьбы с РЛС противника ППЛА может использовать противорадиолокационные ракеты Х-58. Основная функция ППЛА С-70 – не его ударные возможности, а способность скрытого захода в зону действия ПВО и целеуказания для истребителя Су-57. Характеристики ППЛА все еще засекречены. Известно, что ППЛА оснащен двигателем АЛ-31 и способен развивать скорость до 1000 км в час, работая на высоте до 18 тысяч метров. Дальность полета дрона будет около 6 тысяч км. Размеры дрона впечатляют. Вы можете оценить это по фото рядом с российскими истребителями. При массе 20 тонн размах крыльев дрона до 19 метров. По предварительным данным, стоимость ППЛА С-70 «Охотник» доходит до 27 миллионов долларов или 2 миллиарда 300 миллионов рублей. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.